Да успокойтесь, читай. С ним на вы, пожалуйста, это во время одной беседы. Там просто не изменилось вообще. Только парень здесь так свет написал. Вот. Это уже пахнет линолеумом съемных квартир. Слова, на котором проносятся поездами. Загорелые ветки выстукивают по стеклу пунктиру. Военного кода, музыку, оригами. Точки тире ползут гусеницами по склону. Проспекты стоят вертикально на остановке. Да хорошо. Переходит улицы группами. Генома. Загораясь, морщится. Драпировка. Комплекс нуля в воздухе. Он повсюду. Высвечивает город в черно-белом спектре. Комом стоит или бьет посуду. Обычно заканчивается победом. Кругами у люстры смеется. Нет. Читает книги. Перелистывает страницы из слов, и звуков. Краснеет при виде рассыпанной земляники. Воздух южноукраинский, без рука. Время темнеет, пересыхает порох. И сухари хрустят, не замечая зубы. На главной площади в сером не Ленин, Молох прикрывает плакаты с улыбкой Будда. Через город троллейбусов дилижансы. Разводят спальные районы. Время. Вечер не собирается приближаться. Пока не закончилось песнопение в маленькой церкви, зажатой кафе и парком. В маленькой церкви, где растворились двое. Город, поспешно представленный нам и татой, ищет и не находит в себе героя.